Ути, смотри, какая. А, курица, друзья. Я пришел в подземелье за курицей. Хорошая курочка. Смотри. Доброго времени суток, уважаемые друзья. Зовут меня Перпетум или же Александр. И доставайте свои мечи и активируйте свою магию. Ведь мы с вами продолжаем проходить игру под названием Blade and Sorcery VR. И сейчас мы с вами отправимся к одному из аванпостов, чтобы заработать еще больше денег и очков для прокачки. Нам все это нужно. И осталось выбрать, какой аванпост. Мы были в аванпосте разбойников, мы его прошли. Есть аванпост разбойников более сложный, а есть аванпост дикарей. Я не знаю, кто там нас ждет, но давайте отправимся в путь. Уж больно интересно узнать, что там прячут дикари. И какие драгоценности и оружие у них можно будет забрать. Дикари – племя, вторгшееся на территорию Эрадан. У них есть древнее верование, связанное с долгарскими штуками. Похоже, это очень похоже на место, где мы уже с вами бывали. Но ребята здесь гораздо лучше вооружены. У них новое оружие. И давайте мы с вами, друзья, попробуем сделать иначе. Мы с вами пойдем по другому пути. Возьмем нашу лебедку. Возьмем нашу лебедку и поедем вниз. Внизу это выход из локации уже. Нам туда не нужно. Ошибка. Да, вот наша лодка. Хотя, стой, нет, это не выход из локации. На лодке мы уплыть не сможем. Так. Убираем и проходим через пещеру. Туда. А можно и по веревке подняться. Хм, интересно, а чем отличается это дело? Здесь тоже тупик. Похоже, путь у нас только один, по большому счету. Это сюда. Ладно. Я-то думал, есть еще какой-то другой путь. Пока, видимо, его нет. Хватайся. Отлично. Опа. Чувак. Давайте просто подлетим к нему. И одним ударом ловким выхватим меч. Ух ты, слушайте. А вот это действительно крутая вещь. Если вам, друзья, понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Вот так. Чтоб точно не проснулся, мне нравится этот меч. Крутая вещь. И да, смотрите, у них щиты. Они очень сильно вооружены. Давай. Я готов использовать только меч свой. Давай, подходите ко мне. Оп. Нет. Ударила по мне, смотри. Как же она лупит, слушай. Со щитом классно ты справляешься. Классно ты справляешься со щитом. Я также хочу. Она прямо давила на меня и давила. Пытался драться, она немного здоровья мне сняла. Но теперь у меня есть щит, если что. Так, слушайте. Или мне взять два меча. А? И устроить бой на двух мечах. Так, возможно, будет даже лучше. Там никого нет. Заходим внутрь. И да, теперь этот замок устроен по-другому. Он похож на предыдущие, но они все-таки отличаются. А, здоровяк, ну иди сюда. Подходи на свет, давай. Давай. Давай, выходи. Я попробую тебе ноги отрубить. Оп, подрезал ногу маленько. Порезал грудак, давай. Оп, по ноге. Хе-хе. Давай. Давай, не бойся. Оп, подбородок подрихтовал. Оу, сдаешься, да? А чего ты сдаешься? А куда ты собрался? Ты приговариваешься к отрезанию. Не дергайся. Ухо. Нечего было дергаться, друг. Так, идем дальше. Можно было бы и тут с ним сразиться, но в темноте как-то это делать не очень хорошо. Так, друг со щитом. Но я, в принципе, могу мечи использовать как щиты. Еще борода такая. Он еще и резкий. Как ты мне удар нанес? Я прикрылся. Оп, заблокировал. Оп. Я ему пытаюсь по макушке ударить. Не получается. По ногам. Есть. Подрезал ножку тебе. Ха-ха, и он погиб.
От одного удара по ноге? Слушай, без усилия, конечно, воткнуть в него меч не получается. И я, наверное, не способен драться на двух мечах, потому что левую руку я практически не использую, бью только правой. Что это? Гвозди? Слушай, а можно их как-то метать? Ой, их метать, наверное, можно. Или для чего они? Так. Ну, они летят, но недалеко. Не знаю, насколько это эффективно в плане сражений, но мечи мне пока нравятся больше, чем гвозди. Так, тут у нас закрыто. Есть ли что-то полезное тут? Не-а. Крюки. Это прачечная, друзья. Здесь люди мыли себе белье, одежду. Опа! Вы думали от меня монеты спрятать? Ошибка была с вашей стороны. Так. Знаете, я себя с более коротким оружием чувствую даже увереннее. Будь у меня мой ножик, возможно, было бы даже получше. Так, вот так. Ну давай! Он сразу начнет атаковать. Прикрою сверху и снизу. Оп. А, у тебя заряженная кувалда. А ноги у тебя не защищены? Ноги у тебя не защищены. Магию использует, зараза такая. На тебе магию. На тебе магию в шею. Давай. Сразу. Нет времени для игр. Какие они дерганные все. По ногам. Ой, стоять сложно на ногах, да? Мечи тупые. Ими отрезать что-то практически невозможно. Очень тупые мечи. Капец, он еще живой при этом. Дергается. Ничего себе. Так, ну эти ребята гораздо сильнее. Значит, и награда будет лучше, чем топорик. Слушай, может топориком попробовать попользоваться? Занято. Давай-ка попробуем с топориком побегать. А? Мне кажется, с топориком гораздо будет эффективнее. Да, мне нечем отбиваться, но я возьму щит. Ой, я зарядил его. Хм, зачем? Непонятно. А если зарядить? Топорик заряжен. Вот это другой разговор. Вот с таким топориком. Так, лестница ведет наверх. Тут у нас какие-то непонятные катакомбы. Есть ли смысл спускаться вниз? У меня еще ножик с собой. Так, даже не знаю, здесь ничего? Ничего не видно. Тут никто не прячется? Опа! Ножик. Еще более маленький, чем тот, что был у меня. Тем не менее, мы должны... Ничего не могу. Мы должны услышать шепот наших предков, ибо время Хеменета приближается. Койсова, наш собственный маяк надежды, сияет все ярче на небесах, сигнализируя о скором возвращении наших спасителей. Наши земли стали слишком опасны, чтобы там оставаться. Короче, какие-то сектантские надписи, какие-то сектантские разговорчики. Чем у меня занято? Мой меч, который я даже не использую. Ну, ладно, побегаю пока с топором все же для разнообразия. Так, заберемся наверх, посмотрим, чего там есть. Может, чего-то секретного и найдем. Чего-то очень дорогого, чего-то, что можно продать. Там ничего нет. Да. Ладно, спускаемся вниз. Можно попытаться на эту штуку запрыгнуть, но... О, слушай. Нет, это ничего не дает. Приподнять ее получается, но какой в этом смысл? Совершенно непонятно. Ладно, идем дальше. Освещение классное. Вообще прямо здоровски. Дверь закрыта. Я помню, что в прошлых руинах у разбойников буквально там за каждой комнатой что-то было полезное. Тут мы идем, идем. Враги есть, а полезностей не особо. Уверен, что там кто-то будет скрываться. Письмена непонятные. О, пещера. Может быть, сектантики как раз-таки в пещере прячут все самое интересное. Но ни одного я тут не вижу. Можно подняться там, а можно по веревке. Ну-ка. Если я прыгну вниз, меня унесет река или нет? Оу, опасно. Достаточно опасно. Нет, тут подъема нет. Зря полез сюда. Даже наскальных письмен никаких не имеется. Ну, погнали по веревке. Хоп. Хоп, схватились и поползли. Поползли, поползли. Просто чтобы драться большим мечом, нужно иметь навыки прям фехтования. У меня они пока не развиты.
Ну, в смысле, мои. Там кто-то песню поет, свистит. Я что, в колодце, что ли? Я в каком-то колодце. Оба. А что у нас тут? Эй! Два топора! Погоди, 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 дай вылезу. Я ж не знал, что ты здесь. Я застрял. Погоди, дамочка. Я сейчас вылезу. Оп! Давай! Давай! На! На! Два топора тебе не помогли, да? Кстати, я так и не понял, как я вот эту повалил. Ну реально, дай топор. Как будто она просто сама споткнулась, упала. И все. О, смотри, смотри, смотри. Ну, туда мы тоже заглянем, но сперва... Лук используешь, да? Пум. Вот у нее на затылке рана. Теперь ты мой трофей. Кыш, отстань. Кыш, отстань. Так, я даже не знаю, как нужно ударить. Просто очень не хватает, друзья, замедления. Сильные, мощные удары удобно наносить. Закрыто, да? При замедлении. У меня замедления нет. Мне приходится прямо вот по полной сражаться. На максимум. Курица! Иди сюда! Курочка! Ути, смотри, какая! А, курица, друзья! Я пришел в подземелье за курицей! Хорошая курочка. Смотри. Ту-ду-ду. Курица. Это курица, можно ее с собой забрать? Я бы ее продал. Курица. Вместо щита тебе положу. Не получилось. Эй, не падай. Вставай, курица. Нет, обижать я тебя не буду, курочка. Давай, я тебя посажу на камень. Вот тут, сиди. А? Молодчинка, вставай. Курица. Блин, офигеть. В игре раньше не было животных, сейчас есть. Так, топорик, где мой? Я на радостях потерял топорик, конечно же. Ладно, возьму другой, там еще один есть. Давай, мне больше одного, в принципе-то, и не нужно. Я еще одну крутую вещь нашел, которую я бы хотел испытать. Вилы, друзья. Вилы позволят на расстоянии сражаться, не подпуская к себе противников. И, в общем-то, делать это довольно эффективно. То есть я могу просто колоть, как бешеный крестьянин. Поднимем на вилы кого-нибудь. Вилы! Ух ты! Увернулась. Ты что за... А почему здесь нет девушки? Она за мной бежит. Давай. Это работает. Одной рукой, конечно, будет неудобно. Да и двумя не сказать, что удобно. Надо как-то, наверное, вот так колоть ими. Так, у вас у всех топоры, да? А что по полезностям? Вы тут что от меня все попрятали, а? Я сюда пришел за сокровищами. А сокровищ найти не могу. Тут какие-то прачечные везде, какие-то непонятные. Что это вообще за место? Не знаю. Мне нужны драгоценности. А, смотри, стоит чувак. Со щитом. Мне бы какое-нибудь оружие, какой-нибудь кистень, чтобы... А давай как... А, заметила. А, еще и орет. Ты че орешь? А! Блин, кто напал? Сзади. Отдыхай. Не вставай. Ой, что-то их тут много. Так, я валю отсюда. Так, давай, подходи. Давай, я готов. Хорош. А, он тоже магию использует, смотри. Что за баги? Где мой... Теперь топор, я топора, вот он. Какие-то баги непонятные, видели, друзья? Так, ладно. Ты не попадешь. Не попадешь в меня. Не попадешь. Оп, не можешь двигаться. Топором в грудину получи тогда.
Так, ну похоже, тут мы со всеми справились. Да, не без проблем, не идеально, но справились. Раз тут было так много врагов, думаю, что тут мы найдем и сокровища. Иначе зачем им здесь быть в таком количестве? Что они здесь охраняют? А меч большой надо было, наверное, все-таки с собой взять, друзья. Меч с собой большой нужно было, наверное, взять. Эх, ладно. Я думал, просто мы еще найдем мечи по дороге, но, видимо, нет. Так, есть дорога туда и дорога, ведущая сюда, в пещеру дальше. Несколько путей. Какой путь выбрать, я не знаю. Дальше в шахты или куда-то здесь. Ну-ка. Может, тут? Да, тоже проход есть. Блин, тут три пути, я не знаю, какой из них на мой. Все из них хочется проверить. А, ладно, пошли сюда. Я не знаю. Тоже шахта, это, видимо, два пути ведут в одно место. А, и тут закрыто. Ладно, значит, вариантов-то у нас и немного. Получается только сюда. Вот сюда. Давай. Но может быть в конце тогда будет сокровищница большая, как это было на прошлом уровне. Я готов к этому, если что. Большая сокровищница для большого топора. Хотя топорик маленький. Да! Друзья, мы добрались до сокровищницы. По дороге сокровищ почти не встретили. Может быть, я их не увидел, но тут... уже сокровищница. Ура! Хотелось бы, конечно, больше полезностей собрать. Но что-то маги как-то не особо богаты на эти вещи. Что у нас тут? Может, магия какая-то новая будет? О, посмотри, а это что? Это наверняка стоит 215 монет. Это наверняка стоит дорого. Что это? Истощенный кулон, 55. Отлично. Забираем монеты. Забираем. Карта. Частичная карта. Указывает на что-то. Может быть, там суперценные сокровища. Это было бы довольно логично, если бы они там были. Ну, а тут больше ничего. Можно выбираться. Давай, поднимай. Хотя, быть может, нас так просто и не отпустят. А нет, отпустят. Лучше бы я пошел к разбойникам. Разбойники мне понравились больше, чем маги. Маги, конечно, тоже прикольные. Сколько они мне здоровья сняли? Они меня били, а почти не побили. Да! Отправляемся. Били-били, да не побили. Топорик я с собой забрал, меч, к сожалению, нет. Ну, большой меч со мной. Топорик мне не вернули. Почему? Вот он был со мной в инвентаре. Я думал, будет. Надо, видимо, покупать, чтобы им можно было пользоваться. Так просто отжать, конечно, можно, но... это не совсем то. Так, а давайте-ка мы, друзья, с вами изучим какую-нибудь новую магию. Ресурсов нам на это должно хватать. Открывайся, дверь. Берем наш кристалл телекинеза. Гравитационный. Ставим его. Ну, я же ставил. Ну что ты издеваешься? Вот, вставил. И тут есть три вида магии. А, вернуть. Все. Так. Плавное падение. Можно летать. Круто, но нет. Гравипад. У нас такое уже есть. Но тут малейшее прикосновение. Да, это прикольно. А это? Ударный импульс. Слушай! Отправляет врагов в полет, но это нужно тупое оружие. Мне кажется, вот это лучше всего, друзья. Вот это пока, да. Изучим вот это. Хотя оно и так работало плюс-минус, но так сейчас будет работать 100% и работать будет на отлично. А сами мы с вами, друзья, застряла рука, пойдем и прикупим новых доспехов. Почему бы и нет? Новые доспехи — это всегда отлично, это всегда хорошо. Денег нам хватает. Меч я пойду оставлю, а то сейчас пропадет. Там как было написано, если что-то остается на уровне за пределами инвентаря, оно отправляется в хранилище. Должно работать это именно так.
Все, теперь идем к торговцу и будем у торговца смотреть, что там есть. Что полезного или не полезного. Не хватает какой-нибудь арены, куда могли бы мы просто зайти, подраться, потестить оружие. В режиме песочницы такая арена есть. Но тут ее почему-то нет. Сохранилось оружие? Нет. Что за нафиг? Ерунда. Ладно. Мистер Торговец, ну броня-то точно никуда не пропадет. Она будет на мне всегда. Мистер Торговец, давай мы тебе продадим вещички. Золотой. Он не золотой. На. Все. Продать. Продать. Так, чего мы прикупим, друзья? Нужна броня, хотя бы кожаная. Я не говорю про металлическую. Хотя бы вот такую стеганую за 330 взять. Уже будет здорово. Покупаю. Это покупаю. Броню сюда. Я готов ее купить. Пошли примерим. Друг, сейчас я буду в броне. Броня, сталь. А? Как ее одевать-то? А. О! Ну, совсем другое дело. Свой хлам я, пожалуй, продам тебе. Сколько-то это стоит же наверняка, да? Каких-то денег. Ясно, что небольших, но каких-то стоит. Ноль. Забери хлам этот. Странно, что он не захотел мою старую рубашку купить. По-моему, она в неплохом состоянии. А еще можно попускать слюни. Вот этот топор я бы взял. Слушай, с огромным топором ходить, махать. Да, давай его сюда. Хочу, хочу. Покупаю. Оп. Пока. Вернусь домой, посмотрю, сохранился ли мой меч или нет. Не, ну топор этот. Ху-ху. Двумя руками. Пэм, пэм, пэм. Главное грамотно научиться им махать. И все будет здорово. Ну, дома, друзья, все добро сохранилось. Это здорово. И на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. И счастья вам. Берегите себя и будьте добрыми. Пока.